как мы можем являть миру доброту и любовь Всевышнего? Красивые проповеди, яркие шоу, пышная религиозная атрибутика – такова ли наша вера сегодня, или же мы готовы творить дела Всевышнего, то, что делал на земле сам Иешуа – кормить голодных, утешать огорченных, молиться за страждущих? Конечно, очень благодарна Богу. Я благодарна Богу, что я работаю в этой организации, в этой кухне, потому что я могу на самом деле быть свидетельством того, как можно воплотить реально Слово Божье в жизнь каждого человека. То есть мы помогаем добрыми делами, мы служим этим. Когда общины Шевей Цион и Нецер а-Галиль только начинали свое существование, они поставили перед собой две простые цели – нести истину потерянным и кормить голодных. Сейчас действуют две горячих кухни – в Хайфе и в Верхнем Нацирете. Инвалидам привозят еду на дом. Безусловно, такое служение требует огромных материальных затрат. Помощь приходит со всего мира. Благодаря этому служению каждый месяц более 100 людей получают горячую еду. Мы можем поделиться любовью с тем, кто в ней нуждается. Ведь любовь – это не только объятия, это практическая помощь. Служение горячей кухни Шевей Цион будет радо и вашей как духовной, так и материальной поддержке.